Мы переходим к нашей традиционной первой теме обсуждения. В эфире 11 мирных жителей в Донецкой области убили за сутки российские оккупанты. Еще более 10 ранены. Всего противник обстрелял 7 областей. На поле боя российской армии по-прежнему не удается прорвать украинскую оборону. С большими потерями им приходится отступать на ранее занятые позиции. Подробнее о том, как прошел еще один день войны России против Украины, в материале наших коллег уже после сюжета. Обговорим и карту войны, а также с нашим гостем Александром Мусиенком, военным экспертом, будем говорить о будущих планах и целях российской армии. Далее материал. Погибших и четверо раненых, среди которых трое детей. Таковы результаты артиллерийского обстрела российских оккупантов Торецко-Донецкой области. По информации военной администрации региона, противник целенаправленно стрелял в места скопления людей. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей. Кроме того, рашисты повредили церковь и ранили священника. Также повредили окрестные многоэтажки. Обращаюсь ко всем жителям области. Не превращайте себя в российскую мишень. Эвакуируйтесь вовремя. Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации. Ночным артиллерийским обстрелом противника подвергся Никополь Днепропетровской области, сообщает областной военной администрации. Есть разрушение гражданской инфраструктуры. Под огонь попал и Криворожский район. Один дом уничтожен, почти 50 повреждены. Пострадали 30 хозяйственных сооружений. Перебиты две линии электропередач. Без света остались более 3000 горожан. Предварительно жертв и пострадавших нет. Одна женщина ранена в результате обстрела Широкого в Криворожском районе области. Валентин Резниченко, глава Днепропетровской областной военной. Под утро мощные взрывы прогремели и в Николаеве. Российские оккупанты обстреляли два района города. Повреждено несколько жилых домов, о жертвах среди гражданских не сообщается. Ракетный удар противник нанес по Запорожской области. Снаряд попал в склады агрофирмы, а также в зернохранилище. Ракетному обстрелу подвергся объект инфраструктуры в Заводском районе областного центра. Зафиксировано два прилета. Есть один пострадавший, получивший ранение осколками стекла. В настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Александр Старух, глава Запорожской военной администрации. Из минометов и артиллерии российские оккупанты обстреляли три общины Сумской области. 6 снарядов попали по частным домам, улицам и огородам. В результате обстрела возникли пожары. Среди мирного населения жертв нет. Сразу на 4 направлениях в Донецкой области украинские военные отразили штурм российских оккупантов. В частности, на Бахмутском, Славянском, Краматорском и Авдеевском направлениях. Противнику пришлось отступить с большими потерями в живой силе и технике. На Харьковском направлении. На Харьковском направлении обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Питомник, Русские Тишки, Новая Николаевка, Рубежная. Оккупанты осуществили выдвижение в направлении Кочубеевка-Дементьевка, получили отпор и отошли. Противник ввел наступление в районах западной окраины Берестового. Успеха не имел. Отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка-Яковлевка и Семигорье-Кадема. В течение суток на Луганском направлении российские оккупанты выпустили 3 ракеты, обстреливали украинские позиции и города из артиллерии и минометов, но безуспешно. Оккупанты вынуждены были отступить со значительными потерями на 14 участках, где они пытались улучшить тактическое положение. Они не считают потери, потому что преимущественно погибают жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны на будущее, потому что уже 8 лет население ЛНР является обузой для бюджета РФ. Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации. На самой высокой точке частично оккупированного российскими войсками Светогорска Донецкой области теперь развивается синий желтый флаг. Подняли его гвардейцы батальона имени генерала Кульчицкого и пообещали появление в будущем хороших новостей. Мы это сделали. Не удалось продвинуться противнику и в Херсонской области. По сообщению оперативного командования Юг, вооруженные силы Украины продолжают успешно уничтожать склады с боеприпасами. В Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота россиян. Полный объем вражеских потерь доразведывается. В Черном море корабельная группировка вражеского флота изменений не претерпела. Продолжает укрываться в ракетно-безопасных районах и держать на готове 2 ракетоносца с 16 ракетами и 3 военно-десантных корабля. Неспокойная обстановка и на украинско-белорусской границе. По данным Генштаба, белорусы усилили охрану в районах Брестской и Гомельской областей, а также проводят проверку боевой готовности. Тем временем в Ровенской области уже разработали план эвакуации населения на случай наихудшего развития военного сценария – нападения противника со стороны Беларуси. Александр Белов, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.
Переходим к нашей традиционной рубрике «Карта войны», которую предоставляет Американский институт изучения войны. Аналитики этого института не просто так сейчас вот такой масштаб именно на ваших экранах. Напоминаю, что это карта войны по состоянию на 4 августа 2022 года. Появилась информация в сети о том, что Российская Федерация и Беларусь, два государства соседних с Украиной, одно из которых является агрессором, другое территория, из которой наносятся по Украине удары искандерами и многими другими вооружениями. Россия и Беларусь проведут совместные учения военные. Практическая фаза учений пойдет на 13 полигонах с 30 августа по 5 сентября на территории Российской Федерации. То есть не на территории Беларуси, как ранее белорусские войска проводили тоже учения на границе с Украиной. Вот эти регионы, которые украинские эксперты говорили, что они являются на самом деле сейчас стратегически важными для Беларуси, для Российской Федерации в плане там попыток оккупации Украины. По поводу учений на территории Российской Федерации, на учениях будет задействовано свыше 250 военнослужащих Вооруженных сил Республики Беларусь, одной из механизированных бригад Западного оперативного командования. Руководителем назначен начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал Герасимов. Чуть позже с нашим гостем мы обговорим, как может поменяться ситуация, почему едут белорусы учиться у россиян и могут ли они вообще научиться чему-то у российских войск. Переходим непосредственно к карте войны. Начнем с Харьковского направления. Направление, которое является стратегически важным как для украинской армии, так и для армии Российской Федерации. Я напомню, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович еще несколько месяцев тому назад, после того, как российские войска отошли от Харькова, как украинские войска смогли отбить часть Харьковской области у российских войск, говорил Арестович о том, что Харьков вновь скоро станет прифронтовым городом, фронтовым городом. Как мы видим сейчас, его прогнозы сбылись, да, потому что российская армия вот в этом регионе, который сейчас на ваших экранах, она находится и наносит удары по Харькову, в том числе с территории Белгорода, российского города, Белгородской области, также наносятся удары по Харькову. На Харьковском направлении, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска предприняли попытку наступления в направлении Байрак-Гусаров. Боевые действия продолжались по состоянию на начало 4 августа. Северское направление, это Донецкая область, переходим так вот резко к ней, к этой области. Российские войска обстреляли из ствольной артиллерии районы Медведевки, это также Краснополье. Ну, есть информация о том, что были обстреляны Черниговская область и Сумская область. Российские войска продолжают попытки, скажем так, прорыва в направлении Довгенька-Богородич, получили там отпор, можно так сказать, и отошли в том числе. Авдеевское направление, тут ситуация тяжелая, скажем сразу, в том числе направление, если говорить и о городе Пески. Пески, как некоторые говорят, это город, который находится, населенный пункт, который находится вот возле Донецка, он очень рядом, скажем так. По данным военнослужащих украинских, мы ждем, возможно, подтверждения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ситуация очень тяжелая. Ситуация тяжелая в Авдеевке, ситуация тяжелая в Песках тоже. Российская артиллерия выпускает больше 6 тысяч снарядов за одни сутки по небольшому городу. Понятное дело, что там нет вообще сейчас мирных граждан. Российские войска попросту уничтожают этот город. Это, собственно, не новость, да, то, что российская армия уничтожает украинские города. И давайте посмотрим на одно из самых перспективных направлений для вооруженных сил Украины. Это, естественно, южное направление. Это направление Херсонское. Еще раз, я думаю, нужно каждый раз, когда мы говорим о карте войны, показывать вот это место. Это из известный уже, наверное, на весь мир Антоновский мост, где были нанесены точечные ударами системой «Хаймарс», точечные удары по этому мосту. Сейчас российская армия, по данным Института изучения войны американского, готовит понтонные переправы также, готовит якобы даже ремонт Антоновского моста, пытаются пропускать и гражданские автомобили. Естественно, это опасно. И если сейчас нас смотрят жители временно неподконтрольной территории Херсонской области, мы просим вас не ехать по этому мосту, потому что если российским оккупантам все равно на вашу жизнь, да, они могут, грубо говоря, вашим автомобилем проверить, насколько Антоновский мост живой, то украинская власть, мы
мы, как украинские журналисты, призываем быть осторожными. Ну и если говорить о херсонском направлении, также вот сейчас та территория на ваших экранах, которая была освобождена украинскими вооруженными силами после 24 февраля 2022 года, и также желтая территория, это та территория, на которой происходят бои, либо та территория, которая была сейчас временно захвачена российскими военнослужащими. Как мы знаем, как говорил Алексей Арестович, также советник главы Офиса президента Украины, российская армия накапливает силы на Донбассе, пытается, скажем так, отвести украинские силы от двух направлений. Одно из них — это направление Запорожья. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, именно Запорожье станет следующей целью вооруженных сил Российской Федерации. И еще одно направление, важное для российской армии, это Херсонская область. Российские войска хотят защитить те территории, да, оставить их захваченными, которые они захватили после 24 февраля 2022 года. Но украинская армия делает, украинская армия старается, украинская армия будет делать абсолютно все от себя зависящее, чтобы освободить эти территории. Ну и последнее добавлю, акватория Черного и Азовского морей. Там в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования вооруженных сил Российской Федерации. Вот такая ситуация у нас по состоянию на 4 августа 2022 года. Благодарю тебя, Денис, за такую, ну, очень компетентную освещение, компетентное того, что происходит у нас по нескольким направлениям. На самом деле мы сейчас это все будем обсуждать. Херсонское направление поговорим, Харьковское направление обязательно, да, Харьковское направление, где тоже могут быть контрнаступления вооруженных сил Украины. Обязательно поговорим про то, как хаймарсы продолжают мешать жить, даже я так скажу, вооруженным силам Российской Федерации, что пишут в российских пабликах, как нужно действовать по отношению к хаймарсам. Это все сейчас будем обсуждать. К нам присоединяется Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Александр, приветствуем вас в информационном марафоне Freedom на телеканале UA. Добрый день. Здравствуйте. Давайте, действительно, Денис сейчас сделал полное освещение, используя информацию от Института изучения войны, детально по тем направлениям, на которых сейчас действительно могут, или уже ведутся, как вот, например, в Херсонском направлении. Украинская армия успешно держит оборону и ведет контрнаступательные действия. Ну, также у нас есть другие направления. Я хочу у вас сейчас первым вопросом все-таки, чтобы вы провели анализ в прямом эфире. Что мы видим? И это, опять же, информация от аналитиков Американского института изучения войны, что Украина готовится также в контрнаступление в районе Изюма в Харьковской области. Но на самом деле Изюм, он на протяжении всех этих пяти, да, уже шестой месяц скоро будет, горячая такая территория, где проходят боевые действия очень серьезные. Но если мы говорим про контрнаступление в районе Изюма в Харьковской области, хотелось бы тоже от вас услышать анализ. Я понимаю, что, кстати, вот если сравнивать про контрнаступление на юге Украины и контрнаступление в районе Изюма, скажем так, чем, как эти контрнаступления могут отличаться с военной точки зрения? Ну, давайте так. Давайте говорить о том, что складывается на сегодняшний день, и о фактах, которые есть. Мы можем сказать точно, что российская группировка войск по направлению Изюма выглядит более слабее, нежели это было месяц-полтора-два назад. Я хочу напомнить, что Изюмское направление южнее в сторону Славянска воспринималось российскими войсками как одно из самых надежных, как, скажем так, таран в наступлении на северную часть Донбасса и Донецкой области. Там сосредоточивались элитные подразделения, воинские части, российские десантники и не только, которые туда перебрасывались. Но и они понесли серьезные потери, это раз. Они не смогли пробить брешь в оборонных рубежах украинских сил. Это очень важный момент. Во-вторых, они понесли потери. В-третьих, это создало возможности для того, чтобы очень больно кусать по некоторым направлениям. Вот как раз для украинских сил именно российскую группировку войск на Изюмском направлении. Если мы посмотрим те рейды, которые были за последние несколько дней организованы украинскими силами в направлении Богородичного или Святогорска, и украинский флаг на памятнике Артема на одном из, скажем, склонов, там большой такой высокий склон в Святогорске, это свидетельствует о том, что... А я хочу напомнить, Святогорск — это еще одно направление. Если мы возьмем направление Изюма, это более северо-запад, то Святогорск — это северо-восток. Вот этими двумя клиниями фактически это были
Два основных направления было наступательных активностей российских сил на Славянске, на север Донбасса. Можно сказать, что, в принципе, они фактически там захлебнулись в наступлении, и, скажем, украинские силы, ну, скажем, более стали так себя чувствовать, наверное, скажем, более появились возможности для того, чтобы выходить вот такие иногда рейды, которые отталкивают и оттесняют противников дальше. Что очень важно на самом деле и свидетельствует о том, что несут потери российские силы, раз. Во-вторых, им необходимо доукомплектование многим подразделениям, это слышно из тех аудиоперехватов, которые предоставляет служба безопасности, о том, что многие только и ждут, что их выведут на территории России, в Белгородскую область в частности, и там будет доукомплектование. Но этого не происходит, потому что боятся в России, что они могут не вернуться обратно в Харьковскую область, поэтому держат там. Но это создает определенные условия, конечно, для украинских сил, для того, чтобы там постепенно выбивать и вырезать по кусочку оккупированной украинской территории. Но еще же необходимо отметить, что еще один фактор добавился. Дело ведь в том, что перебросили часть сил своих российские войска на южное направление. Они сейчас просто не в силах подтягивать резервы, которые не созданы до конца на территории России либо оккупированного Крыма, и занимаются фактически перебрасыванием тех группировок. И это, конечно же, для нас создает определенные возможности и на Изюмском направлении в том числе. Добавим также, да, вот если возвращаться к теме южного направления, сегодня мы еще в эфире не говорили очень важное слово для российских, для украинских войск — «Хаймарс». А нет, говорили сегодня. Я уже сказала, почему так мешают жить? Вот мешают жить на самом деле. Есть информация о том, что российские войска возле Антоновского моста, который очень важен для российских войск, поставили там системы радиолокационной борьбы, если мне не изменяет память, отражатели определенные, если я не ошибаюсь. Радиолокационные отражатели, да, чтобы якобы уберечь себя от ударов вооруженных сил Украины. Вот эти радиолокационные отражатели, они каким-то образом могут повлиять на работу «Хаймарс» по позициям российских войск? И влияют ли они вообще? Думаю, что нет. Слабо себе представляю. Дело ведь в чем, что эти отражатели, они знаете для чего? Если, например, судно находится на воде, в надводном положении, для того, чтобы оно не было выявлено радарами, ну, противника, то есть кораблем противника. Оно используется, как правило, в таких целях. Я так понимаю, что они устанавливают эти отражатели на те баржи, которыми они пытаются переправлять вот сейчас через реку Днепр, переправлять в том числе и свои силы, которыми, прикрываясь гражданскими людьми, там, в небольших скромных масштабах то, что они переправляют. Но вот они с этой целью пытаются фактически, чтобы были незаметны. Но в принципе же, ну, есть и другие способы идентификации, выявления позиций и целей, помимо их, скажем, поиска исключительно радарами. Я и не думаю, что это кто-то делал раньше, честно говоря. Есть другие способы это сделать. Ну, как мне кажется, по крайней мере, из того, что я прочитал, из того, что, о чем говорится, то это, в принципе, вряд ли каким-то образом сильно поможет. Другое дело, если там может быть что-то, ну, что-то большее, там проблемы для нас всегда создавали средства радиоэлектронной борьбы, но, в принципе, в последнее время они тоже активно уничтожаются украинскими силами. А так вот в эти отражатели, я не думаю, что они каким-то образом помогут и не дадут работать системам артиллерийским, которые используют украинские силы. Александр, раз уже коснулись, хотели более детально после там активного обсуждения контрнаступлений и на юге нашей страны, на юге Украины, поговорим все-таки про «Хаймарс». Я не просто так сказала, мешают жить, и это видно по всем политическим шоу. Всегда уже начинают вот с «Хаймарсов», да. Вначале говорили о том, что сколько уничтожили. Российская Федерация не хочет слышать официальную информацию, тот же Институт изучения войны, Пентагон, Ллойд официально сказал, что не уничтожила Российская Федерация ни единой
ракетные установки «Хаймарс» и так далее. Но мешают «Хаймарс». И вот паблики российские пишут про то, что нужно что-то решать вопросы с «Хаймарсами», потому что такой ключевой момент, как они называют в этой специальной военной операции в Украине. Нужно что-то с этим делать. Вспоминаю Чернобаевку. Я уже понимаю, что в Российской Федерации знают уже, где находится Чернобаевка, что она находится не где-то в Киевской области, как ранее думали ведущие некоторых политических шоу. Ну и пишут, что нужны точные координаты на уничтожение, чтобы уничтожать эти системы. Хотелось бы вот эта вот такая истерика по поводу «Хаймарсов». Да? Я сейчас напоминаю, что их в Украине, если вы, возможно, меня подкорректируете, потому что еще две установки прибыло, около 16 их в Украине. Для успешных... 16, да, я вижу, что вы киваете головой, Александр. Для дальнейшего успешного ведения военных действий со стороны украинских вооруженных сил, вот Алексей Резников, профильный министр обороны, говорил, что нам бы таких установок хотя бы там 50, да, хотя многие эксперты говорят, что если бы 100, тогда вообще можно было решить какое-то определенное количество тех действий, которые ведутся в Украине. Вот почему такая истерика по поводу «Хаймарсов»? Хочется с вами тоже проговорить это. Ну, можно объяснить это достаточно, в принципе, просто. Дело в том, что, во-первых, «Хаймарсы», они как фантомы, то есть они высокомобильные, они быстрые. Их преимущество в том, что, в принципе, прибывая на место, откуда они осуществляют выстрелы, залпы, после этого, в принципе, они достаточно быстро это место покидают и, уже переезжая, скажем так, на следующую точку выстрелов, оператор задает координаты в дороге, то есть уже, в принципе, приезжая на точку, достаточно выстрелить и, опять же, таки уехать. Это раз. Во-вторых, они малозаметны и досягаемы для контрбатарейной борьбы противника, как для обнаружения с помощью радаров контрбатарейных российских сил, так и для ответных ударов. Ведь, в принципе, достать-то «Хаймарс» тяжело на то расстояние, с которого он может наносить удары более 80 километров. Есть системы реактивной артиллерии у российских сил, «Смерч», «Ураган». Теоретически, даже если бы там, возможно, какая-то ракета долетела, она на такое расстояние точно не долетит. Она потеряет точность, потому что там порядка 70 километров у «Смерча». Дальше там уже просто невозможно. Поэтому не могут достать в ответ. Соответственно, в-третьих, следующий момент. Из-за того, что используется система GPS-наведения, в частности, корректировки полета ракеты. Ну, на Западе называют это именно ракетой, и тут более укоренилась терминология там снаряда для РСЗВ, ну, скажем, все-таки западная терминология, потому что оружие американское. Так вот, для полета ракеты имеет сложную траекторию, которая мало уязвима для средств противовоздушной обороны. Тяжело сбить такие ракеты на самом деле. Это следующий момент. Ну и еще один фактор – это то, что, в принципе, все делается для того, чтобы беречь эти установки. У всех есть прекрасное понимание, что и то, что говорил министр обороны России Шойгу, и то, что говорят пропагандисты на ток-шоу, определить, выявить, уничтожить и так далее. Все прекрасно понимают угрозы и риски, которые есть, используют все преимущества именно установок «Хаймарс» для того, чтобы нанести высокоточный эффективный удар. Да, кстати, я забыл добавить еще важное преимущество – это точность ударов, точность, эффективность ударов, их разрушительность, разрушительные последствия. Вот это все в комплексе, конечно же, заставляет российские войска достаточно-таки очень серьезно нервничать и бояться этих установок. Но есть почему. Вы знаете, смотрим сообщения, месседжи от российских военкоров, как они себя называют, которые они пишут в телеграм-канале, они вот реально боятся «Хаймарс». Боятся ударов и понимают, что решение этого вопроса, эта цитата, не в рамках сил противовоздушной обороны, поскольку они могут лишь сбить часть ракет, купировав удар, но не более. Это снаряды, если что, а не ракеты. Это так, чтобы понимал, наверное. Это человек, который его цитировал. Блумберг в конце, Александр, буквально короткий и логичный вопрос. Блумберг недавно писал о том, что начинается третья фаза войны. И третья фаза войны — это освобождение Херсонской области, в том числе для Украины, скажем так. Если Украина сможет освободить юг,
то это существенно поменяет ситуацию на поле боя, и это позволит украинской власти уже готовиться непосредственно к еще одному этапу войны, это освобождение Донбасса, скажем так. А какие есть ли временные рамки для этой третьей фазы войны, как вы считаете? Либо же тут вот посчитать конкретные дедлайны, если так можно сказать, это невозможно. Ну, вы знаете, наверное, что я воздерживаюсь от прогноза временных рамок, потому что дело, в принципе, неблагодарное, потому что многие, скажем так, много условий вносят иногда коррективы, и прогнозировать достаточно тяжело. Что я могу сказать по состоянию на сегодня, например, по ситуации на юге? Я могу сказать, что та стратегия, которая избрана украинскими силами обороны и военным командованием, она абсолютно правильная и оправданная. Сейчас мы видим, что реализуются планы по вытеснению и выдавливанию сил противника, особенно на правом берегу Херсонской области, да и не только на правом, для того, чтобы создать невыносимые условия для нахождения там сил противника, его деморализации, его обескровливания снарядами и боеприпасами, то есть задать ему снарядный голод для того, чтобы не могли российские войска использовать в том объеме артиллерию, в котором они используют. А без этого, мы прекрасно понимаем, воевать им будет сложно, если вообще не невозможно. И, конечно же, создать такие условия, чтобы противник просто уходил и отступал. Но если этого не удастся достичь на данном этапе, то, конечно же, в любом случае это правильная стратегия, потому что она не дает возможность что делать? Она не дает возможность вот тем батальонно-тактическим группам, которые сейчас находятся и которые Россия дополнительно перекинула с других направлений в Херсонскую область, Запорожскую, не дает возможность идти ни в какие контратаки и не дает возможность вести эффективные там боевые действия. Поэтому создаются правильные условия для нашего продвижения вперед и постепенно, вот шаг за шагом, отвоевывание захваченных территорий. Благодарим вас, Александр. Хотя, на самом деле, хотелось бы продолжать. Единственное, мы эту тему будем отслеживать. Про Херсон будем говорить, потому что есть эксперты, которые говорят, что это не Херсон будут деоккупировать и фактически забирать украинские вооруженные силы. Это даже Кремль. И это даже повлияет на выборы президентские в 2024 году в Российской Федерации. Где здесь связь, какая закономерность? Мы обязательно будем в наших следующих эфирах все это обсуждать. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был с нами на связи. Мы же будем двигаться далее. Еще немножечко информации вам предоставляем для полного анализа. У Российской Федерации по-прежнему преимущество в живой силе и артиллерии, но Украина делает все возможное, чтобы это изменить. Об этом ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении. Давайте услышим. Слово «Хаймарс» стало для нашей страны почти синонимом слова «справедливость», и украинские защитники сделают все для того, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря этим очень эффективным системам. Да, действительно, мы еще не можем полностью сломить преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе, Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами, и каждый украинец должен быть всегда благодарен нашим воинам, которые защищают украинские позиции там, несмотря на ощутимое огневое преимущество террористов. Но каждый день наши дипломаты и все другие представители нашего государства делают все возможное и все невозможное, чтобы получить для Украины то оружие, которое, наконец, поможет остановить эту орду, и чтобы убедить всех, кто еще бывает, сомневается относительно поставок.